Друзья, вечер добрый, с вами Квантум и Металлисты, добро пожаловать, это битва новых кейсов, кейс «Расколотая сеть» называется, они вот только вчера вышли, вот. Да, дядь Квантум Транжира снова хочет меня вызвать на бой и забрать мои 150 рублей. Кто сегодня окупится, тот побеждает, кому выпадет более роскошный дроп, это мы проверим вообще, выпадет ли сегодня нож. В общем, ты готов, выбирай любой кейс, выбирай любой ключ и открыть контейнер. Спасибо, что разрешил, полетели, вау, я открываю. Особо редкий предмет, я тоже открываю, я надеюсь. Сегодня выглядит красиво, выглядит необычно, да. И синева, добро, ой, розовая пролетела. Кислотный душ, да. Надрыв жопы медалиста, блядь, когда. Так сразу, так, не надо тут надрывать меня. А у меня, слышишь, у меня статтрековская версия. Давай в следующий выбирай ключ, давай, контейнер, готов? 3, 2, 1. Поехали. Давай, паутинка, паутинка, ну давай же, что-то хорошее, ну не, да, может быть одна синева. Ну. О! Блядь! О! Да красиво! Снова перо! А мне арктический волк выпал! Да сука! Ау. Я не знаю! Прикольно выглядит! Давай еще раз следующий! Прикольно, охренеть! Давай, раз, два, два, поехали! Три! Ну, понимаешь, если сейчас выпадает такой скин, это означает, что следующие кейсы выпадают фуфлом. Я был прав! Выпадает. У меня выпадает дуэль берет баланс. А мне кислотный баланс. Душ. Идем дальше. Идем баланс, дальше. Баланс, который я слил. Давай. Я открываю. Давай, ты тоже открываешь. Я тоже. Ну я плачу. О, красная пролетела. Прикинь, я вообще все. Мой розовая день. У меня лет. Розовая, красная. А мне выпадает. Надрыв. А мне баланс выпал. Кстати, баланс красивые такие дуэль берет. Прикольно выглядят. Я тебе их подарю. Да, спасибо. Не благодари. Я их выиграю, но это не точно. Давай. Давай. Знаешь, мне красная ВП пролетела. Вот выпала бы красная ВП. Давай, было... ты готов? Класс. О. Я о. Хочу колымагу. Ты крутишь уже или нет? Да, я крутанул уже. А чё я кого жду? А я не знаю, чё, крути давай. Жди меня. А тебе расколотая сеть выпадала? Ой, глаз выпадал тебе? Колымага! Колымага, блядь! Мне выпал калаш колымага! Да ладно, какого да, цвета? Запрещенный, немного поношенный. Я себе... Это миллион баксов. Красная сразу выпала? У меня, ну, розовая выпала. Фиолетовый, фиолетовый получается. А, ну мне розовая выпала. Давай следующий открываем. Смотрим, что тут. Следующий тебе какой у меня калашник? Нож. А, колымага так и называется, лол. Я открываю, а, ты открывай. Думал, я шучу? Да, я думал, ты типа калаш колымага, типа, ну созвучно как-то. Что-то там нашел созвучностью. Еман, 6 подряд вот этих вот штук, вы гоните? Стоп, да. Тебе колымага сейчас упал? Нет, у меня 4 ключа, как у тебя осталось. Походу, такое я сегодня себе заберу твои скинчики. Давай, ты готов? Да, давай, раз, два, три. Я открываю. Давай, вот, командуй. Старший. Командуем. И, как всегда, да, понимаешь, чисто голубого цвета. Даже синевы не было. Даже синевы не было. Дядь давай Квантум, еще у тебя раз. Баланс, блядь, ну это жопа. Баланс, а я че, блин, давай следующий. 3, 2, 1, открывай. Раз, два, поехали. Два ключа осталось. Два, я раз, два. Ты все золотое вначале розовое проехало, все. Золотое, нифига живешь хорошо, ну, дядь. Дима, блядь, из Барвихи. Перо красиво выглядит. Знаете, у меня два скина, два ключика осталось. Два скина, у меня тоже два ключа. Давай сразу открываем, смотрим, что выпадает. И нафиг, я уже открываю. Нифига мне розовых понапролетало сейчас и выпадет, как всегда. Ну, конечно же, правильно. Два Негев, розовых же пролетело. Сука. А, М249, ветеран, ветеран полетов. Полетов? Да, да, у меня тоже ветеран полетов. Мой упал. Любимый, блядь, Негев. Поехали. Открываем. Крайний ключ, крайний давай кейс. О, крайний. Опять два розовых. Три розовых пролетело. О, четыре розовых по-братски пролетело. О. Да, да! Колымага черный выпала. Песок, блядь. Песок черный. Да, ребят, выпадала шляпа, и это новая коллекция. Посмотрим, сколько стоит. Переходим к подсчетам. Поехали. Так, ну давай считать. Давай, начинаем. Поехали. Первый скин тебе сколько стоит? 18 рублей. Хорошо. У меня первый скин 243. Идем дальше. Второй скин сколько стоит? 18 рублей. 9 рублей. Следующий сколько стоит? 10 рублей. 18 рублей. Следующий сколько стоит? 18 рублей. 172 рубля. Следующий сколько стоит? 367. 9 рублей. Следующий сколько стоит? 13 рублей. 259 рублей. Следующий сколько стоит? 16 рублей. 10 рублей. Следующий сколько стоит? 16 рублей. 9 рублей. Следующий сколько стоит? 10 рублей. 90 рублей. Следующий сколько стоит? 9. 92, я бы... Блядь, дядь Квантум, ну ты охренел, а? Да почему, блядь? Ты мне говорил, у меня одна синева падает. Нихера у тебя там синевы.
понабрал. Ну, у меня две розы, а колымага и одна роза выпала. Причем розовая дешевле, чем колымага. Я сейчас твой нож заберу. Давай, погнали, идем дальше. Битва на нож нас ждет. Погнали. Ну что, мы переходим на MyCSGO.me. И здесь сейчас у нас будут сражения на нож, но... Сначала Team Spirit. Я создаю «Заходи». Погоди, ты как-то оптимистично настроен. Вообще-то я приехал выигрывать сюда. Да? Ой, как громко у меня все. Я ничего не слышу. Прямо хочу я сейчас выиграть тебя. Я выиграл, ты выиграл. Ладно, хорошо. Да. Так, хорошо, 1-0 ты выиграл. Здесь тебе везет хотя бы. Давай еще раз. Нажимаем попробовать еще раз. Попробовать еще на... Сейчас посмотрим. Сейчас смотри, сейчас 1-1 будет. Лови. 2-0. Мы выиграем в одну калитку. Смотри, вот. Это просто у нас пересык с тобой. Кто сильнее? А ну-ка. Да иди нафиг, блин. Ты гонишь, что ли? Еще разок, может быть? Еще разок, давай. Сейчас нормально, блин. Реально уже 2-0. Просто ты офигел, что ли? Два скина забрал у меня. Стой, еще раз. Фобусы. Сучка. Фобусы? Я Слышь, ты что спойлеришь? Я выиграл, ну, походу. 200, а что они такие дешевые? Ну, капец, такая себе победа, конечно. Давай еще раз. Сейчас посмотрим. Сейчас нож мне выпадет, тебе нож не выпадет, и все. Тебе не знаю, что за фигня про... А, ты слева и справа теперь, хорошо. Да. Выиграл, ты посмотри, какой. Ну, все равно у тебя дешево, у меня было 2 за 600. Вот так. Иди нафиг, просто иди нафиг. Сам туда пошел, все, это битва уже, ребята. Значит, сначала открываем на MyCSGO, а потом на татами. На татами, по-любому. Так, а, ну, ты... Я. Ну ты вообще выиграл. Опять 3-0, да? Не 3-1. Нет, а, я выиграл. Ты выигрываешь, бля. 2-2. Ты вообще не... Нормально, давай еще раз. Тайно еще. Что Но случилось? Мы прекрасно понимаем, что главное это нож, правильно? В смысле? Почему тебе... Что за фигня, О. Еще раз давай. Нормально. А я слева, ты справа. Спилеришь? Да, у меня просто раньше времени все отобразилось. И поэтому я был в курсе. Я слева, ты справа. Давай, 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 давай. Прикинь, кому ты, знаешь, сейчас у меня рядом медуза пролетела, но. Ага, и у меня тоже. Что ж такое дешевое мне падает сегодня? Я зашел на Team Spirit. Я слева, ты справа, давай. Ну, медалист, давай, го. Сейчас я выиграю, пойдем на нож, ты не успокоюсь. Ты играешь с тобой, красный вообще ничего не падает. Так. Стоп, 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 стоп. Вот это хорошо, вот это хорошо. Вроде бы хорошо пошло. Это ты со мной играть не будешь. Вот теперь я с тобой играть не буду. Ты понимаешь, что у меня 9-9-9-6. Типа у меня 4 рубля не хватает, и мне надо открывать бонусы еще. Пойдем на нож. У тебя уже есть баланс, я создаю сражение и идем на нож. Я создаю. Нет, ты создавай. Ладно, я создам. Заходи на нож. Ну ты вообще. Ну ты смотри, у меня даже фавиконные оружия не прогрузились. Да, я даже не понимаю, что. Че, выпала тебе нормальная ножина? Ну, я думаю, дороже, чем у тебя. Ну, да. Ха! Блядь. Я выиграл. Тоже дешевый, но я выиграл. Ура! Козел, да нельзя так. У меня 16 кайс. Пойду в одну харю нож пооткрываю, и все, и отстань от меня. Смотри, я иду в ножевой. Только не спойлери, потому что тебе в лайфленте сразу же отобразится, что мне выпадет, но ты не говори. Да, конечно. Готов? Не буду. Я открываю. Скажи, там хотя бы хорошо или плохо? Ладно, ничего не говори. Иди нафиг, понятно, это фиаско. Это фиаско. Просто это фиаско. 4000, да? 4600, это победа. Ладно, открою еще раз. Это как? Это хорошо? О! О! Медалист спалился, что мне шляпа выпала. Может это... О боже! Просто убоги! 5200 рублей. Поиграл нафиг, отлично. Рядом с обычным ножом новый нож кейс за 999. Тут только новый, блядь, дядь Квантум, только да новый ладно. Нож. Посмотри, нет старых ножей, только Офигеть. Новые. Офигеть, открываю, по-братски. У меня соски встали, тебе интересно это? Я открываю. Вот это красивый зуб тигра пошел сейчас. Бляха-муха. У меня такой есть, кстати. Ну, такое. 6900, теперь опять А, нет, что фармишь, баланс-то есть еще. Нормально, я еще один тогда открою. Посмотрим. Блин, да! Чё? Да! Да! Я без мотлов. Охренеть, забирай, я хотел его себе. 12к стоит, все, забрать. Фу, отдайте. Всё, он я на маркете 1015 стоит. Запросить с маркета. Ху-ху-ху. А теперь принимаем трейд. Предложение Наконец-то! Обмена. Наконец-то! Дядь Квантум, поздравляю! Ого, меня три раза трейд кинули.
Забирай все. Теперь нормально. Коготь. Ты теперь взрослый заберу. Мальчик. О, класс. В КС-ке, вау. Классный нож, мне нравится. Сразу поставлю его. Сразу поставлю его. Пусть вот у них будет. Нормально, вообще класс. Все, это был MyCSGO. Промокод в описании, ссылки в описании. Всем пока, до скорых встреч.